20 июля в 3 часа утра в селе Красноармейское сгорел автобус. Следственные органы уже выяснили, что это был поджог, и очень удивились, когда стало понятно, что пироманы – трое подростков. В считанные минуты локализовали и затушили этот пожар. Причина второго пожара 20 числа – детская шалость с огнем. Дети установлены виновные в этом пожаре. С ними ведутся профилактическая работа как со стороны Госпожнадзора, так и со стороны инспекции по делам несовершеннолетних. Примечательно, что в тот вечер пожарные Красноармейского района выезжали тушить продуктовый магазин. Когда он был потушен, в него, предположительно, забрались те же подростки, которые позже запалили автобус. Сейчас семьям юных поджигателей заинтересовались органы опеки.